Три бомбических вкуса от компании Fumery. Старый издроченный патч, сука, сальса пена может идти нахуй. А хули тянуть? Собрали бокс из фикс прайса. Короче, это чей-то помет. На вкус явно помет из хуева кукуева. Вот честно, парни, я вот прям в ахуе. Вот прям в ахуе. А теперь всем, собственно, привет, это Дава Дым. И сегодня у нас на обзорчике, вы даже не представляете, даже, наверное, сама компания Fumery не знает о том, что у них появились новые вкусы. Три новых вкуса от компании Fumery появились в России. Да? А теперь давайте разберем некоторые вопросы по этим трем вкусам. Да? Что это за вкусы? Это у нас такой вкус, как Sour Cherry. Хотя это не новый вкус, о нем было еще известно в начале зимы, а может и в конце осени. Да какой? В конце лета было о нем известно, что такой вкус Sour Cherry есть, да? Это первый вкус. Второй вкус – Purple Grape. По нему как бы вопросов меньше, да? Но все-таки вкус новый абсолютно. И третий вкус у нас – Salsapeno. Я как понимаю, это сальса, да? Salsapeno. И, честно, если это не сальса, то поправьте меня, но я все равно о нем расскажу, говоря, как будто это сальса, да? Так вот, вопросы. Почему уже в который раз мы замечаем, что на рынок России заходят новые вкусы, но не в официальном инстаграме Fumery, не на официальном сайте об этих новых вкусах ни слухом, блядь, да ни духом, да? Как говорится, мы не знаем, блядь. Это, знаете, такая раньше была шутка, что на рынках появилась новая коллекция Dolce & Gabbana, но сами Dolce & Gabbana еще не знают об этой коллекции, и здесь у нас то же самое. А продукт мне прислала такая компания, как Fumery Russia. Это официальные дистрибьюторы на территории России. Но тут же вопрос, блядь, почему я до сих пор должен, сука, видеть перед собой старые издроченные пачки. Я хочу пачки в новом красивом дизайне. Почему у нас нет нового красивого дизайна, а только лишь то, что было раньше и очень-очень старое? Неужели Fumery так сильно не уважает Россию и говорит: отправь этим долбоебам старые пачки, нехуй на них тратить новые красивые пачки. Собственно, многое непонятно, но да хуй с ним. Скажу так. Я вот сейчас прокурил все эти три вкуса, и не говоря о вкусах даже, да, то есть я их сейчас не буду вот в данный момент обсуждать, да, там как они курятся, какая у них ароматика, но я скажу так. Fumery, ты проебал рынок. 100%. То есть, кому сейчас интересен Fumery, я просто не понимаю. Почему я не понимаю? Давайте, собственно, потому что, я сейчас объясню, давайте мы начнем сейчас, взорвем такой вкус, как Sour Cherry, да. Об этом вкусе на самом деле я уже говорил, я об этом говорил, когда он только появился, когда мне прислали первый бокс, и в этом боксе, как ни странно, то есть, собрали бокс из фикс прайса, да, то есть, прям стаканчик за 48 рублей из фикс прайса. Конечно же, этот обзор я прошу сильно не воспринимать официальным дистрибьютором именно Fumery Russia. Как бы вы, ребят, вообще ни при чем, да, как бы вас это вообще не касается. Давайте, собственно, взрывать первый вкус Sour Cherry. Как вкус, это не кислая вишня, это вишневый сок. Знаете, самый дешевый вишневый сок, который вы можете найти на прилавках Перекрестка, Пятерочки, Магнита, Ленты, да? Вот это примерно то же самое. Это когда ты вишневое варенье разбавляешь, грубо говоря, на дохуя количество воды. Вот примерно Sour Cherry то же самое. Не сказать, что он кислый, не сказать, что он как бы вообще ок. Но кое-какую информацию я скажу попозже. Что касается Sour Cherry, как я и сказал, да, это
Это вишневое варенье с грецким орехом, разбавленное, соответственно, на дохуище воды, да? То есть вот такой вот вкус sour cherry. А идем дальше. У нас есть purple grape. А примерно из пачки он пахнет как grape soda. Знаете, такой американский напиток такого пурпурного цвета. Вот grape soda, да? Либо steamerol, либо dirol со вкусом черного винограда, то есть, ну, прям темного винограда. Вот, вот один в один пахнет из пачки. Но курица это максимально дохла. То есть какого-то яркого вкуса, именно яркого винограда ты вообще не чувствуешь. Вообще, то есть какие-то отголоски где-то там далеко, но не так, чтобы это было на языке. Поэтому как бы так, да? Ну и наш финальный вкус это сальсапена. На самом деле, почему я не знаю, что это такое? Потому что ни на официальном сайте, ни в Инстаграме, даже в Инстаграме Fumory Russia и ВКонтакте в группе Fumory Russia нет информации про этот вкус. То есть я сейчас курю то, чего не существует. И давайте-ка, собственно, его взорвем и поймем, что же это за вкус. Сальса, либо какой-то фрукт сальсапена. Я, правда, конечно, своей головой не додумал загуглить, как переводится сальсапена. А хули тянуть? Давайте-ка мы сейчас прям и загуглим. Сальсапено. Сальсапено. Сальсапеньо, сальсапом. Короче, даже Google не знает, что такое сальсапена, но он просто через переводчик перевел как сальсапеньо. Сальсапеньо. Короче, это чей-то помет. Да. Это говно. На самом деле отдает сальсой, да, но какой-то фруктовый, больше на, похоже на какой-то уже знакомый фрукт фумари. То есть вкус, у вкуса название яркое, сальсапена. Какая-то гастрономия, итальяно, блядь, да, Италия какая-то, но на вкус явно помета с хуева кукуева. Теперь я, собственно, подведу итоги, да, этих трех вкусов. А, даже не то, что итоги. А фумари ты проиграл рынок. А, конкретно. Вот своим табаком, который ты сейчас предоставляешь, вот это качество, да, оно ужасное. Я не понимаю, как я раньше мог дрочить на этот табак и просто от него кончать, да, от спайс-чая, от других вкусов я просто умирал. Думаю, ебать, фумари это, сука, Иисусий сок. Нихуёвее ничего нет. По истечению какого-то времени я пробую этот табак, вроде бы как бы 2020 год, 2019 год. И я понимаю, что это такая лажа, как я мог это раньше курить, я просто не понимаю. А, сделаю пометочку. К официалам Fumory Russia вообще никаких претензий нет. Но все равно скажу, как будто компания Fumory аккредитировала компанию Fumory Russia, чтобы они создавали новые вкусы сами, где-нибудь в Подмосковье, да? Вообще, просто ни о чем. Я даже не знаю, что можно сказать про эти вкусы. Поэтому скажу так. Говно. Полное говно. Сальсапена может идти нахуй. Так что всем спасибо, это Дава Дым, и это новые три бомбических вкуса от компании Fumory.